Всем привет, ребят! Киберспорт на месте! И в сегодняшнем видеоролике я, возвращаясь в рубрику событий Fortnite, хочу вам рассказать, что нас ждет в ивентовом событии перед началом 13 сезона игры и как взрыв сферы повлияет на нашу всю вторую главу Fortnite. Также хочу сказать, что в первые дни 13 сезона я запущу стрим, на котором для вас разыграю боевой пропуск 3 сезона 2 главы. И для участия вам необходимо быть подписанным на мой канал, поставить лайк под данный видеоролик, ввести мой тег автор GreenSuit магазин предметов и написать комментарий, что вы ждете от 13 сезона. Мне будет интересно это узнать. Ну а мы переходим к самой теме видео. Ну что ж, наконец-то в Fortnite начало происходить что-то по-настоящему интересное за столь долгое время в плане ивентовых событий. Как я долго этого ждал, так же как и почти все комьюнити Fortnite. И так как всем уже стало известно, что 13 сезон Fortnite начнется 4 июня, и вправду осталось уже совсем немного времени, и перед каждым сезоном Fortnite происходит какой-либо ивент, который нас и переносит в следующий сюжет игры. И главным предметом в данный момент, который может нас перенести в новый сезон, является сфера, располагающаяся в комнате Мидаса, которая постепенно набирает энергию и увеличивается в размерах, что мы можем наблюдать с вами каждый день. Также изменения в лобби и других местах, за этим всем стоит Мидас. Скорее всего, именно он для питания сферы энергии проложил для нее трубу с электричеством, чтобы переместить нас в новую сюжетную линию. Таймер, находящийся у нас в лобби игры, является главным счетчиком того времени до глобального ивента, или же взрыва самой сферы, которая и перенесет нас в 3 сезон 2 главы. Ставь лайк, если ты не хочешь, чтобы взрыв сферы заставил нас ждать столько же времени, как и в 10 сезоне с черной дырой. Самое интересное и главное то, что Мидас является владельцем очень выгодной позиции на нашей карте Fortnite, в центре локации агентства, что дает ему большие возможности для его задумок, а главное без всяких трудностей питать сферу электричеством. Все знают о бездейственных люках в локации агентства, о которых было мало информации, но уже у меня поступают догадки того, что в процессе развития и начала ивента они все постепенно начнут открываться, так же как и в 10 сезоне 1 главы, люки, которые при взаимодействии своих лучей создали эту сферу. Это же и должно произойти в центре локации агентства. Люки откроются и образуют большую сферу, которая взорвется и перенесет нас в 13 сезон игры Fortnite, ведь никаким другим образом она и не сможет там образоваться. Так, со временем исходящего таймера мы потихоньку подходим к разгадке самого ивента, а также с каждым днем должны происходить изменения, которые будут делать нам отсылки к 3 сезону. Ходила информация, что в 13 сезоне мы должны будем с вами наблюдать потоп, который заполнит практически всю нашу карту водой, и это с большой вероятностью вряд ли произойдет, так как в плане киберспортивной деятельности Fortnite это трудно представить, ведь это очень будет плохо влиять на игровой процесс. Вот такую информацию я смог сегодня донести для вас в данном видеоролике, ну а нам с вами остается ждать исхода действия таймера в лобби Fortnite и наблюдать за постепенными изменениями в плане сюжетной линии и той же самой сферы, находящейся в комнате Мидаса. Ну а вы, в свою очередь, не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, вводить мой тег автора GreenSuit магазин предметов и писать комментарии. С вами был Greens, ну а я пошел готовить для вас следующие интересные видосики. До новых встреч!